Вообще, мне правда задолбал вопрос, где дети, потому что мне хочется ответить правду, у меня уже есть дети, это мои родители. Я не знаю, как так происходит, но в какой-то момент родители резко превращаются в детей. Есть такое у кого-то? Да! Блин, это так странно, я подумала, ну прикиньте, родители это люди, которые научили тебя всему. Они тебя научили ходить, говорить, думать, ну там, они были твоей опорой. А потом в какой-то момент ты приходишь домой... А эта опора все шоколадные конфеты съела и говорит, а мы обедать не хотим.